Намасте! Меня зовут Оля Люки, и вы на канале Люки Йога. Сегодня мы с вами сделаем дыхательную практику, по-другому она еще называется пранаяма, которая называется нади шотхана, что в переводе с транскрита обозначает очищение энергетических каналов. Эта практика прекрасно подходит для того, чтобы гармонизировать работу правого и левого полушарий, и при этом она успокаивает, снимает стресс и приводит вас к такому медитативному состоянию. Ее отлично выполнять либо перед медитацией, либо перед практикой асан, либо если вы просто хотите расслабиться и прийти к такому спокойному состоянию в любое время, когда вам это нужно. Сейчас немножечко расскажу про технологию, как мы будем это делать, и затем мы с вами проделаем ее вместе. Итак, практика нади шотхана заключается в том, чтобы попеременно дышать через правую и через левую ноздрю. Нам для этого помогают наши руки. Каким образом? Одна у нас отдыхает на колене, другую руку мы ставим таким образом, что указательный и средний палец размещаем между бровей, и большим пальцем и безымянным мы будем по очереди закрывать то правую, то левую ноздрю. Каждый цикл мы начинаем с выдоха через левую ноздрю. Сейчас я немножечко покажу, продемонстрирую, и затем мы с вами перейдем к практике уже непосредственно вместе. Итак, ставим указательный и средний палец между бровей, закрываем правую ноздрю, делаем вдох через левую, закрываем левую ноздрю и выдох через правую. Затем вдох через правую, закрываем, выдох через левую. И затем мы снова начинаем с вдоха через левую ноздрю и продолжаем цикл. И мы с вами сделаем 8 таких циклов дыхания. За это время вы сможете прочувствовать эту практику, сможете немножечко расслабиться. И со временем, если вам понравится эта практика, и вы будете регулярно ее применять, вы можете увеличивать количество циклов дыхания. Можно даже дойти до 20, 25, 30 минут такого дыхания. Тогда вы точно придете к полному медитативному состоянию. Приступим к практике. Садитесь в удобную позу. Ноги можно скрестить перед собой. Можно сесть в позу полулотоса, в позу лотоса, так как вам комфортно. Вытягиваемся макушкой вверх, выпрямляем спину и стараемся в течение всей практики держать спину в нейтральном положении. То есть не скругляем позвоночник и не выпячиваем грудь вперед. Для начала мы с вами сделаем несколько глубоких вдохов через обе ноздри, и затем уже перейдем к практике нади шотхана. Итак, сделайте полный глубокий вдох, полный выдох, закройте глаза. Еще один полный глубокий вдох и выдох. Расположите указательный средний палец между бровей, закройте правую ноздрю, вдох через левую. Закрываем левую ноздрю, выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем, выдох через левую. Вдох через левую. Закрываем, выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем, выдох через левую. Вдох через левую. Закрываем, выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем, выдох через левую. Вдох через левую.
Закрываем выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем выдох через левую. Вдох через левую. Закрываем выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем выдох через левую. Вдох через левую. Закрываем выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем выдох через левую. Вдох через левую. Закрываем выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем выдох через левую. И вдох через левую. Закрываем выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем выдох через левую. Можно опустить руку на колено, сделайте полный глубокий вдох через обе ноздри. И полный выдох. Пока не открывайте глаза, почувствуйте свое внутреннее состояние. Продолжайте глубоко дышать. И еще несколько мгновений последите за своими внутренними ощущениями. Затем сделайте глубокий вдох и вместе с ним откройте глаза. Таким образом, наша практика Нади Шоткана подошла к концу. Я думаю, что вы чувствуете, что ваше внутреннее состояние стало такое спокойное и сбалансированное. Выполняйте эту практику в любой момент, когда чувствуете, что вам нужно успокоиться, и вы можете со временем, как я уже говорила, увеличивать время этой практики. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, проделали со мной эту практику. Увидимся с вами в следующих видео. Намасте!